он выжил, встретил свою любовь. С Ниной Николаевной познакомился после освобождения пленных из концлагерей. Михаил Семенович Газманов служил на Западе, Зинаида Абрамовна на Востоке. Оба получили орден за победу. Он над Германией, она над Японией. Как они встретились и познакомились, сложно себе представить, но в Калининград они приехали уже вместе. Именно благодаря таким встречам и родился наш следующий дуэт. Встречайте! На сцене Родион Газманов и Руслан Алехно. Последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Брянская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брянская улица на запад нас идет. С боем взяли город Брянск, города весь прошли. Последней улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Минская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Минская улица на запад нас ведет. Взяли город Минск, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Брестская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Брестская улица на запад нас ведет. Город Брест, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Люблинская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Люблинская улица на запад нас ведет. Город Люблин, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое. Варшавская улица по городу идет. Значит, нам туда дорога, значит, нам туда дорога. Варшавская улица на запад нас ведет. С боем взяли мы Варшаву, город весь прошли. И последние улицы название прочли. А название такое, право слово боевое.